Мне, как инженеру, приходилось много путешествовать. Я работал в Европе и Африке. А затем мне предложили место главного операционного директора больничного комплекса здесь, в Эмиратах. Мы переехали в Дубай 5,5 лет назад. Все было прекрасно, но затем случился ковид. Так как я работал в больнице, я не хотел заразить свою семью, и поэтому изолировался. В этих условиях мне было нужно что-то, чтобы отвлечь внимание. Мой папа всегда пек хлеб в моем детстве. Единственное, что он не умел делать, это хрустящие французские багеты. И я подумал, а не спечь ли мне свой багет? Самое приятное чувство возникает, когда вы делаете что-то собственными руками, нечто ощутимое. Я могу почувствовать, как тесто переходит из одной стадии в другую, как будто оно работает вместе со мной. А через несколько часов появляются эти прекрасные багеты. Достав их из печи, ты чувствуешь их запах, хруст и вкус. Меня просто поражает то, насколько приятной может быть выпечка собственного хлеба. Тогда как вокруг было довольно тяжелое время, здесь я себя чувствовал просто великолепно. Мы стали угощать нашим хлебом соседей. И тут ко мне пришел мой сосед-немец и сказал: «Магнус, твой багет лучший из тех, что я пробовал в Дубае». И тогда я решил, что его надо усовершенствовать, чтобы он действительно стал самым лучшим в Дубае. Я начал экспериментировать. Я изменил количество соли, сорт муки, температуру воды. Я менял все, что только можно, чтобы оценить результат. Я пек хлеб каждую ночь, где-то по 12-15 багетов в сутки. Соседи, которым я их давал, передавали их своим соседям и друзьям. И однажды люди со всего Дубая начали заказывать у меня хлеб. Люди постоянно звонили и писали ему в Инстаграм, и я поняла, что его хлеб пользуется большим спросом, и с этим нужно что-то делать. Вот так мы основали фирму «Викинг Багери». Люди оставляли заказы на 2 месяца вперед, тогда мы решили, что лучше обзавестись пекарней. Теперь мою страсть со мной разделяют сотрудники. Мне очень приятно видеть, что они увлеклись тем же, чем и я. Я всего лишь хотел печь лучшие багеты в Дубае, и успех не заставил себя ждать. Поэтому я совершенно убежден, что здесь, в Дубае, то, чем вы по-настоящему увлечены, можно обратить в успех. Мы рассчитываем на то, что «Викинг Багери» будет продолжать расти, и, возможно, охватит и другие Эмираты, затем регион, а потом, кто знает, весь мир.